Помогите! Доброе утро. Опять съемки. Я уже устала. Честно, я бы лучше сейчас поспала, чем ехала бы снимать МЖ. Но вы ведь все так ждете МЖ, поэтому надо ехать его снимать. Смотрите, завтрак здорового человека. Вот так он выглядит. Вот. Очень вкусненько. Люблю корочки от пиццы. Да ладно, шучу, не люблю. Чё, Эльдар? Готов? Да. Стать тёлкой? Готов. Блиц-опрос. Ага. Ты готова? Готова. Итак, Ира хочет записаться в наш клуб дегудантов. Да, чтобы хочу. Быть в клубе дегудантов, нужно первое смотреть Дмитрия Ларина. Ты апеллируешь этим? Я лимфоузлирую этим. Хорошо. Ты слушаешь Оксимирона? Временами. Подписан на МХК? МХК подписано, потому что я внутри себя аметист. Хорошо. Когда я в последний раз трахал труп? Ты вчера мертвую собаку убил. Да. Ладно, Илья, он просто до собак ебет, а ты-то куда вообще? Илья просто собаку выебал, а я ее труп доебал. Так она остается в клубе? Ну, если она обещает 3 раза в день чистить омофон и быть хорошим... Ой, что это такое? Короче, продаю диски, недорого. Мы просто едем, а у Ильи отваливается диск. Она все сказала. Да, так и было, я не вру. Сейчас вставишь его обратно? Да, стоп. Хорошо, а то я его продам. А, у меня ну, аж руки чешутся продать. Ну хорошо. Родиться, короче, прям как пидрюга. Ты так как пидрюга выглядишь. Иди весь такой на мать. Здрасте, а, ой, а. А где у вас тут фалоимитаторы? А что надо в рот сувать? Покажите. Блять, это же было бы очень смешно. Блин, ну это, конечно, штука такая прикольная, но... У вас есть смазка. Ой, я не уверен, что она влезет в мой анусай. Не-не, мне кажется, ваш автомат нужно смазать. А смазка? Ну если что, у меня своя комплекс. Вчера ко мне приходил друг и стрелял очередями. Блин, почему ты не гей, Джерах? Да почему он не гей? Он гей. Почему ты гей? Почему ты его подставляешь вот в своих влогах, что он не гей? Парни! Пишите ему в директ. Да. Парни, геи, пишите мне в директ, будем трахаться. Ребята, совсем непонятно, куда мы едем. Здесь очень плохая дорога. Калёжье жалко. Калёжье! В общем, а при... Что? Я вешу сколько? Да. Неприлично такие вещи спрашивать. 60. Мы приехали, я не знаю, как это называется, спорткомплекс «Красная жара». Спорткомплекс «Красная жара». Смотри, здесь сколько покрышек. Это рай. Пейнтбольно, страйкбольный полигон. Пейнтбольно, страйкбольный полигон. «Красная жара» называется. Идет дождик, так приятно моросит. Хочется бегать вдоль покрышек. Смеяться 5 минут. Полигон. Сейчас. Да что ты постоянно лезешь в кадр? Ну ты говоришь, ой, мне так не хочется снимать, когда ты снимаешь. Но и куда тобой... мне лезть? Ну... Я, знаешь, что придумал? Ну, что придумал? Лезть в твой влог. О, это же химзащита, да? Да. Мне бы такая химзащита дома не помешала. Да я про Рафаэля. Чего ты обижаешься? Короче, мы с Эльдаром сейчас будем копать огород. Здорово! Да не, шучу, это Канни Уэст приезжал, подогнал. Да, да, кстати, реально. Милитари все дела. Ну-ка, дай я гляну. Давай. Минхазер семья берем обзна. Обзна? Ае. Это припев. Обзна! Ты знаешь, что я сказал? Че? Что я сейчас на кухню накину. Авзуна, что это с тобой? Авзуна, авз, рот. Авзуна, в рот. Авзуна. Беряв, дам в рот. Куда авзуна? Ильда, раздевайся. Пончу тебя. Сейчас тебе договорят. У тебя прическа, кстати, очень хорошая. Ира, немцы нападают, немцы. А тебе? Тебя не слышно, Ира, тебя не слышно! Мне сложно было голову просунуть. У меня просто резинка зацепилась за маску. Во, нормально. Молодец. Задергивай. Вниз, куртку. Задергивай. Вниз, куртку.
Я выиграла! Да! А я нет! Проиграл, но это смешно. Ира, отъезжай. Ну это я так себя оправдываю. Ой, так приятно ехать домой с чувством победы. Чувствую себя прекрасно. Я просто победитель по жизни. Вот это лицо, видите? Это успех. Это победа. Это я. А это плохие дороги. Я пришла в гости, и вы ни за что не догадаетесь, кому я пришла в гости. Я пришла в гости вот к ним ко всем. Особенно ко мне, вот это. Я живу с тобой. Липа, привет. Здравствуйте. Муа, дракутер. Привет. Ты теперь снимаешь каждый выпуск? Я теперь интернет-богиня. Ага. Что она делает-то? Дальше 5 долларов. 5 долларов всего? А ты сколько? Сколько долларов в минуту? Я вообще-то очень дорогой. 7 долларов. О, не, я не осилю. Ребята, тут земляк нашелся. Исяносес. Это больше похоже на японский. Это татарский кавай. Ушакеляма. Так, давайте поцелуйчики воздушные шлите. Что мы? Мы счастливы.